В соответствии с государственной программой Магаданской области «Столица», в 2021-2030 годах на территории муниципального образования города Магадан должно быть снесено не менее 4934 бесхозных объектов и самовольных строений. Всего снесено, вывезено в 2020 году 256 объектов, в том числе на территориях реализации социально значимых проектов «Парка Маяк», «Детский технопарк Кванториум», «Бассейн на улице Октябрьской» и других. В текущем году у нас запланирован очень мощный снос строений, достаточно большое количество, это около 430 строений будет у нас убрано на территории муниципального образования город Магадан. Затронуты в основном такие большие площадки, где ведется строительство или сооружаются какие-либо социально значимые объекты. И в данном случае, где мы находимся, это территория в будущем застройки малоэтажной. На Флотской 22. Это улица Клубная. Здесь тоже планируется освободить большую часть территории для возведения жилых домов. В 2021 году запланировано на снос-вывоз 434 объекта, в том числе 39 в районе строительства школы в поселке Снежный, 14 на территории строительства второй очереди парка «Маяк», 100 объектов в районе домов номер 5 и 7 по улице Попова, 15 объектов по портовому шоссе в районе Каменного карьера. На данный момент, вот с начала текущего года, с нами уже осуществлено сносов на 130 единиц строений. Но это только начало, поэтому до конца года мы освоим все действительно объекты. Магаданцы, чье имущество было вывезено, часто задают вопрос, где его искать и куда обращаться. Все вывезенные объекты хранятся на специально выделенной для временного хранения кашзаводской территории. Если владелец обнаружил, что его имущество было вывезено, необходимо обратиться в управление административно-технической комиссии по адресу улица Горького, 3Б.